talks with Eagle. Otenango does a duhunzoni? I always say as I at the genha. Ee walks with Eagle. Tenango does a duhunzoni? Мне пора. Все позади. Спасибо. Спасибо тебе. Я был совсем беспомощен. Даже пытался отбиться от них ключом, который нашел. Зверь его проглотил. Не узнать мне, от какого замка тот ключ. Как ты угодил в эту передрягу? Со мной были друзья, зуболомы. Но я от них отбился, когда пошел искать, что открывает тот ключ. Потом я набрел на тот лагерь. И тут появились они. Медведи. Много медведей. О, надо дух перевести. Thank you.
Это чудище должно умереть.
Что-то уронила? Славный старый Арни, мой любимец, упал. То есть слетел вниз. И теперь застрял там, бедный. Я все никак не уговорю его взлететь обратно. Похоже, он еще не все усвоил. Арни! Он не умеет летать. Придется нести. Берегись его. Внимание. Арни любит... целоваться. Прошу, не убивай его, и он тебя клюнет. Хватит. Спасибо, Арни снова в моих объятиях. Позволит благодарить тебя. Родные Арни, к сожалению, не пережили наших уроков. У меня еще есть их останки. Возьми, они очень вкусны. Что ж, пойду к своим друзьям-зуболомам. Надеюсь, они все еще ждут меня в порту. Ну, Арни, пора нам в путь. Крылатый спутник, большое подспорье.
Неужто? Он теперь в Вальгале. О, Фрей, он был настоящим охотником. И смерть принял от зверя. Ну, так какой план? Бросаемся в бой, берем наскоком. Да уж, в прошлый раз очень помогло. Нет, теперь надо быть осторожнее. Выследим, загоним в угол. Привет тебе. Спасибо за помощь. Мне все рассказали. Мы собираемся добыть очень грозного зверя. Присоединяйся, если тоже соскучился по хорошей охоте. Вперед, к приключениям! Идем с нами! В прошлый раз нам досталось. Надо быть осторожнее. Твои шуточки нас погубят. А ты здесь какими судьбами? Захотелось в глушь? К настоящей добыче? В каком-то смысле. Разочарован ты точно не будешь. Только осторожно. Зверь силен, бесстрашен и быстр. Следы. Ошибки быть не может. Это тот же самый зверь, что напал на нас. Теперь он еще... Славный бой! Какая отвага! Такого зверя одолели! Спасибо тебе! Хищником быть или жертвой, каждый решает сам. Так смел! И ты тоже! Теперь без стыда можно идти домой. О, эта тварь была даже страшнее медведя. Ну и жуткие же здесь места. Поскорее бы домой. Huh?
Ну, давай же. Попробуй ты. Эйвор. Идем. Встань здесь и смотри на фьорды. Давай, держись за меня. Я первый раз так высоко. Твой отец привел меня сюда, когда нам было лишь 19 зим. И мы вместе складывали каэрны. Вот эти? Да. Прояви свою смекалку. Сложи из камней широкий и высокий каэрн любой формы. А как выиграть? Играй, и наградой будет успокоение. Наслаждайся ветром и красотой.
Да я даду. Не он хала джойонере. Мне уже пора. До встречи. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Тут нужно быть осторожнее. Thank you.
ворота, которые нельзя открыть. Я прошу нашей подруги. Сергия! Услышьте меня! Зорма, члена ордена! Говори, богиня, что живет в камне! Все это повторится вновь. Что это за бессмыслица? Иди ты к хель! Продолжайте копать, ослы! Нас ждет безмерная власть! Безмерная власть! Горм Кьотвиссон. Горм, нашел олова неудачника. Да, и посадил под замок за воровство. Когда вернусь, скормлю лесным зверям, чтобы ничего от него не осталось, кроме костей. Кто смеет у меня воровать, тому не жить. Тебя я пересек море, Горм. Разве ты не польщен? И все ради одного! Ах ты, змея! А все ради одного. Thank you.
Стоп! Это не чертог 500 дверей! Это вовсе не скала Пашет! Где женщины на крылатых лошадях? Почему здесь нет Валькирии? Ты мой заклятый враг! Это Нифльхейм, мир мрака и холода, где бесчестные умирают снова, где испаряются забытые души. Из-за твоих козней мы обречены! Прирожденный лжец продолжает лгать. Говори правду. Зачем Орден здесь? Чтобы освободить могучую богиню. Что пленили когда-то йотуны. Вот жалость, Горм. Ты с ней не встретишься. Кристалл Горма, он лучится странной силой, неземной. Что Горм хотел выкопать? Что скрыто в этих пещерах? Пусть Олаф знает, что его мучитель мертв. Расскажу ему. Вероятность успеха высока. Расчеты дают нам надежду. Это не для меня. Нужно бы зайти к Олову. Пусть он узнает, что здесь произошло.
здесь мне точно не рады. Хватит тебе прятаться, Олаф. Горм мертв. Горм? Пал? От твоей руки? Он заплатил кровью за бесчестие. Больше тебе знать ни к чему. Возвращайся к сестре. О, вернусь. Но сперва посижу с местными у костра. Они рассказывают удивительные истории. Истории? У них есть свои саги? Да, истории, да. Послушай, и ты. Зокки. Рарондунде. Васагохрори. Найотци зезу. Вахару. Хау. Тоедене. Зинуэ родискарагете. Джункуиро тагуани. Дехни царуки. Тотни дагуэ. Я дехни ганаре. Зиосуая. Тану акуэгу гасума хунзи. Йотци зизу, ягода денегуа тавагу, тану рарондоде, ясунне ирраде. Зокки, осумагу, я унтке дода, ахьярек, догатка негре. Тудая васци, рарондоде, я сагореге. Осумагу, я иандатне, не йотци дзизу. Зи ваагояндат хаже, ва эйнахаду, зи находа, ва эгвени. Ниат дегахтереге. Я эхоэ, зи я иандатне, зи дежатсу вагардас. Кац, Рахнарага, так вагардухас. Я не понимаю. А, вы хотите услышать мой рассказ? Ладно, сейчас. Рассказ об измене и о коварстве, о богах, что хуже капризных детей. Из наших богов сильнее всех почитают Одина. Он всеотец, высокий, мудрейший правитель. Но при всех заслугах
он также бывает скрытным, себелюбивым и упрямым, подчас даже жестоким. В давние времена случилось, что погиб его сын, Бальдр, уязвимый лишь для одного. Амелы. Думая, что это был несчастный случай, Один обратился к Йотунше Хель и попросил ее вернуть Бальдра к жизни. Хель согласилась, но с условием, чтобы все живые существа в девяти мирах оплакали Бальдра. Один отправил гонцов по свету, прося все живое поплакать о его сыне. И все плакали. Почти. Великанша Ток отказалась. «Пусть Хель оставит себе то, что получила», — сказала Ток. Так и случилось. Бальдр ушел навеки. Его тело перевезли за море и похоронили в Мидгарде. Не знал Один, что под личиной Ток скрывался обманщик Локи, которого он считал своим другом. Что еще хуже, именно козни Локи привели к смерти Бальдра. Именно его злобные фокусы. Может, Локи был жесток от природы, а может, это было местью за то, что Один сделал с Локи и его детьми. А может быть... Все эти дела, добрые и злые, давно вплетены в полотно жизни. И мы не выбираем путь, а лишь идем проторенным путем. И значит, нам... Нам надо гнать такие мысли. Ведь они огорчают. Англогара духа сене от новара раугара. Nene ohniot di watadet nouyake. Горм привез это по китовой дороге. Не ведаю зачем, но... Видно место камню в этих землях. Йоскац. Гва. Раснусаге. Ватни дахарде. Дагва вирек га? Возьми и береги. Может, потом узнаешь, зачем он нужен. Спасибо. Всем вам. Спасибо за все. Айя, Вакски, я тисот хугунгаха, а я захахарахта, ратнарага. Kahto na hoda wagat gero. Ii waksu tiga. Мне пора.
Ранне! От Дарма нет вестей. И весь Эль у него. Столько работали, а где награда? Йора из Йорвика! Что-то давно тебя не видели. Нет больше Йоры. Я Эйвор, Дрэнк из клана Ворона. И мои дела здесь окончены. Дела? Ха, какие дела? Горм умер! Подох наш тролль! Олаф! Сестра, веселись! Горм Кьотвиссон мертв! Его убил Эйвор, друг воронов! Эйвор, дикое сердце, спаситель Олова! В каком смысле? У меня была старая кровная вражда с Гормом. Теперь все кончено. Об этом дне будут петь скальды, как Эйвор охотился на Горма на самом краю света. Главное, Горм убит. Советую покинуть эти места. Нечего нам здесь делать. Я согласна. Горм, правда, был безумец и чудовище. Но он платил серебром, и нам этого хватало. Братец, ты в порядке? Я боялась за тебя. Все хорошо, о да. И я думаю остаться на сезон другой у моих новых друзей. Как хочешь, братец. А ты, Эйвор, куда ты отправишься? С нами за море или назад в леса? Я отчалю с вами. Вперед. Береги себя, Олаф. В этой жизни и в другой. Прощай. Прощай. Вдаль бежит китовый путь. Тьма и горе привели меня сюда. Может, сгинуть мне здесь суждено. Но пока я ухожу в море. Похоже, сам ветер зовет меня к Рандви. Сообщу ей добрые вести.
Дай взгляну. Больше ничего не куп? Ищ. Надеюсь, скоро вернешься. Здравствуй. Тебя так долго не было. Ты волновалась? Конечно же, такой дальний путь. Ну так как, удалось все сделать? О, да. И наверняка дома мне тоже будет чем заняться. Славно. Дело сделано. Горм мертв. Клана Кьотвисена больше нет. Славно. Надеюсь, ты расскажешь о путешествии в Винланд, когда будет время. Конечно. Посмотрим на карту союзов. Что ждет нас в Йорвикшире? Хальфдан Рагнарсон, покоритель Севера, просит о встрече. Хочет лично познакомиться с Эйвором, братом Волка. Ярл Хальфдан. Я столько слышал о нем, что кажется, будто мы уже знакомы. Хальфдан сейчас ведет войну с пиктами с Северных холмов. Видимо, ему нужен твой совет или помощь. Если хочешь с ним встретиться, отправляйся в его лагерь. Я отметила это место. Отправлюсь сейчас же. Осторожнее, Эйвор. Йорвикшир ведет войну с пиктами, гордым кланом, что живет прямо за Римским валом.